Да, очень много видео было у меня про предыдущий Next Tool. Решил дать еще один шанс маленькому собрату, маленькой версии. В большом единственное, что мне нравилось, так это ножницы. Ножницы там были просто высочайшего качества. Ну, теперь попробуем на наключник перейти. Запечатанная, как обычно, в коробке. Такая soft touch картонка. Хорошего качества, в принципе. Вот так вот это все дело выглядит. Подарить кому-то можно. Цена приемлемая. Все ссылки будут в описании. Вскрыть легко. Здесь есть какая-то инструкция о функционале данного ножа, которая выглядит следующим образом. Она на английском языке, ну и, соответственно, на китайском. Карабулька, QR-коды для того, чтобы зайти на сайт, скачать, посмотреть, что там можно заказать. Ну и мини-мультитул. Здесь можно откусывать проволочку. Кусачки тонкие, довольно-таки плоскогубцы, которыми можно открутить гайку где-то до 14-13 миллиметров размером. А дальше что здесь еще есть? Здесь есть отвертка плоская, типу Филлипса. Просто плоская отвертка вместе с ногтеточкой, напильником. Так, здесь есть держалка прикрученная, которую можно открутить. Ну и, соответственно, повесить на ключи. Здесь есть ножик, такой же, как и в старшей версии, только на порядок меньше. Карандаш заточить хватит, я так думаю. Ну и, собственно говоря, ножницы. Да, здесь есть ножницы. Проверим, насколько они хороши. Ну, картонку режут замечательно. Я бы не сказал, что ими прям удобно, как прошлыми резать. Но, тем не менее, они острые, и они есть. А теперь попробуем проделать то же самое с салфеткой. В один слой заминает, с этой стороны режет, с этой режет, с этой подминает, ну, пытается резать, скажем так, двуслойную салфетку. Надо будет походить, посмотреть, что да как. В несколько слоев справляется лучше. Ну, даже вот хотя бы в два слоя замяла, порезала. Так. Что здесь у нас еще есть из инструментов? Кроме ножа, здесь есть открывалка для бутылок и консервный нож-открывалка.
Вот для бутылок, вот для консервов. Но это не какая-то швейцарская открывалка. Будем честны. Это совсем другой типаж. Здесь можно, конечно, открутить держатель, но мы его оставим. И пока у нас есть возможность взять и повесить данный мультитул на ключи, дабы он всегда был с нами. Его можно подвесить как на ключи, так и на пояс, на титановую скобу. Вот таким вот образом замечательно подвешивается будет на пояс, на ремень. Сейчас найдем ключи и попробуем примерить туда. Так, есть ключи. Ну вот, допустим, для быстросъема. Замечательно. И на S-образку, где сейчас висит фонарик. Тоже замечательно, можно его подвесить и быстро снимать. Вот так это будет выглядеть. Замечательно. А пока вот этот карабин можно отсюда убрать и на рабочие ключи повесить фонарик. В общем, как-то так. Все ссылки в описании на заказ данного мультитула, как с сайта AliExpress, так и с сайта Озон, для тех, которым не терпится заказать и которые готовы потратить на сотню-другую дороже, но получить его раньше, оставлю в описании. Ну а пока, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.